Очень хорошее начало, быстро забитые голы, и это впервые в этом сезоне мы так активно стартовали в матче, и принесло хорошую победу, доставили радость болельщикам, давно мы международные игры не выигрывали. Ну и в турнирной таблице хорошая ситуация. Ну, я бы так не сказал, что она не такая тяжелая. Хорошо сложилась. И очень активно сложилась она хорошо, потому что очень активно начали. С первых минут много передач было. Вовнутрь штрафной площади много было предложений за спину защитникам. То предложение, которое за спину сделал Миранчук, оно было очень хорошим. Тоже не люблю, да. Я люблю 1-0. Я люблю 1-0, когда закончится. Это мой самый любимый счет. Мы в перерыве просили, чтобы темп не снижали, но не совсем получилось. Достаточно хорошо играл, и я не видел ошибок. Хорошо играл, подыгрыш, пас практически. Наверное, 90% точности передач, я так думаю, статистика будет завтра. Сейчас сложно, надо посмотреть, санализировать, сейчас сложно даже говорить моменты. Мне казалось, что он ни в чем не ошибался. Одни играют больше, другие меньше играют. Это в данной ситуации получилось и с Димой. Может быть, следующий будет играть. Да мы меняем ее на протяжении всех матчей, которые у нас есть в чемпионате. Мы схему периодически меняем. Одной начинаем, второй заканчиваем. Или наоборот. Это хорошо, что команда может играть и в 3 центральных, и в 2 центральных. Когда ва-банк, то у нас было и один центральный защитник, остальные все атакующие. Черлука вернется, вполне возможно, что будет одна стабильная какая-то форма обороны. А сейчас меняем.